Вы могли бы как-то прокомментировать развитие вот этого кириллического сегмента? Он, как бы, можно сказать, в каком-то смысле запаздывает по отношению к, там, к латиничному. Да. Как он развивается? Он развивается по-разному в разных странах, причем Беларусь продемонстрировала очень хорошую динамику. Самый быстро развивающийся кириллический домен – это точка, даже не совсем так, самый быстро развившийся кириллический домен – это точка РФ, но он стагнирует последние года два-три, то есть там особого роста нет, он очень медленный. Соответственно, Беларусь продемонстрировала очень хорошую динамику в первые месяцы его функционирования и по количеству доменов уже обогнала, например, Украину, а по количеству относительно к населению страны, в общем-то, догоняет Россию. То есть в этом плане все хорошо. Что касается поздно это или не поздно, вот когда решили, что это нужно, вот в этот момент, наверное, и правильно поступили, и домен открыли. Бывают ситуации, когда это, можно сказать, слишком поздно. Примером чему является Казахстан. Грустный пример. Несколько лет назад запустили домен казахстанский на казахском языке .каз. Через две недели после его открытия объявили о переходе казахского языка на латинский.